Так, привет. Небольшой обзор. Linux, старый ноутбук 2008 года, Celeron. Вот такой вот сбой какой-то. Процессор очень сильно загружен. MX Linux 21.3. Хотя он вот вышел в 22-23 году, но вот называется вот так версия 21.3. Все устройства определились, процессор вечно загруженный под 100%, невозможно его использовать. Почему-то он... Посмотрим. Так, случайно отключил я пад этот, а мышь подключать мне лень. Но MX Linux я ставил, посмотрите обзор, вполне нормальный. Единственное, ну не спасает процессор, никуда не годится, все время на 100%, видео 720 строк запускаешь. Ну вот так вот, еле-еле. Ставится нормально, все без ошибок. Претензий нету, но процессор практически не работает. Вот этот вот Celeron ужасный. Так, я даже показать не могу. Ну, ладно, какой-то 540-й какой-то Celeron 2008 года. Неплохой, неплохой Linux. Вполне можете ставить. Шифрует диск. Ну, на этом все. Endeavor попался интересный, у него разные куча оболочек. Сейчас попробуем Endeavor поставить. Ну а потом еще что-нибудь попробуем. Все, всем пока. Смотрите ролики и изучайте дела либертарианские.